Всем привет! В этом видеоролике я покажу, как установить приложение 2FAuth на Synology в контейнер Docker. Это автономная веб-альтернатива генератором одноразовых паролей OTP с открытым исходным кодом, предназначена для обеспечения аутентификации с использованием двухфакторной авторизации. Это решение обеспечивает чистый и удобный интерфейс, позволяет управлять учетными записями 2FA и организовать их с помощью групп. 2FAuth также, извините за мой английский, я плохо по нему говорю. 2FAuth также предлагает возможность сканирования и декодирования QR-кодов как с мобильного телефона, так и с ПК. Перед вами скриншоты 2FAuth на телефоне. Здесь у вас сейчас видите английскую версию, но он полностью русифицирован, хорошо переведен. И это приложение не требует установки каких-то приложений на телефон. То есть чисто работает через веб. Но через веб вы можете создать у него его как веб-приложение и пользоваться им абсолютно удобно. Классная вещь, просто рекомендую. Давайте начнем, приступим к установке. Да, кстати, мы уже много что размещаем на собственном сервере, да, там от файлов, фотографий и так далее. А вот OTP-коды мы всегда где-то на Google аутентификаторе, да, либо еще на каких-то аутентификаторах, Synology, SigIn, но они все хранятся и бэкапятся через сторонние облачные системы. И здесь же все будет лежать на вашем Synology. То есть, да, потеряли телефон, взяли новый телефон, зашли на веб-сайт, ввели логин, пароль, бац, и все, у вас опять двухфакторная аутентификация работает. Это очень удобно, это отличное дополнение к всяким менеджерам паролей, таким как YenPass, Bitwarden, VaultWarden и так далее. Очень удобно, рекомендую, попробуйте. Эта инструкция будет основана на DSM-7.2 с установленным контейнер-менеджером. Он устанавливается через центр пакетов. Раньше его название было Docker, по факту это докером и является. Итак, открываем файл Station. В папке Docker создаем папку. Ну, такую, допустим, 2FAuth. В ней создаем еще одну папку. Так, с таким же названием, к примеру. Ну вот это название, если первое название можно было менять, то второе название нельзя менять. Ну или придется править далее. Дальше. Правой кнопкой мышки свойства по второй папке. Разрешение. Дополнительные параметры, сделать, наследуем разрешение явными. Здесь выбираем Everyone, редактировать, добавляем ему на запись. То есть он должен иметь доступ и на чтение, и на запись. Ставим галочку «Применить данные папки», «Сохранить». Дальше открываем контейнер менеджер, проекты, создать проект. Придумываем название, в моем случае будет точно такое же. Задаем путь, идем в ту папку Docker, которую мы создали, самую первую, не вторую, а первую. Здесь выбираем создать Docker Compose файл и дальше переходим на мой сайт. В раздел Docker Compose файла. Здесь нужно учитывать, что вот в этом файле вы его должны скопировать себе в блокнот. Нужно поменять параметры app.url, да, на ваше доменное имя, по которому вы будете заходить. Я буду использовать DynDNS от компании Synology, поэтому в моем случае будет 2fau.myid.synology.me. Дальше вы должны запомнить поля mail. Сейчас ниже покажу вам. И сайт Owner. Тоже установить свою почту. Ту почту, на которую будет приходить сообщение. Да? Смотрите, что касается mail. Mail тут заполняется очень просто. Выбираем SMTP. Если это Яндекс, то пишем Яндекс SMTP. Открывается там справка Яндекса или Гугла, неважно. И забиваете вот сюда параметры. Единственное, помните, что пароль нужно создавать, что в Гугле, что в Яндексе, что в Mail.ru. Нужно создавать пароль приложения. То есть вы создаете пароль приложений там в этой почтовом вашем сервисе и указываете этот пароль здесь. То есть это не пароль от вашей учетной записи. Все остальное вы вроде как я объяснил, что нужно поменять, да? То есть app.url, чтобы вы заходили следующим шагом создадим обратный прокси и чтобы вы через вот это имя заходили на ваш 2FAuth приложение, потому что соединение должно быть защищенное, чтобы никто не перехватывал эти данные. Итак, скопировали, идем на опять, возвращаемся сюда в наш DSM и вставляем.
Ставили, проверили, что все ставили правильно. Кстати, не сказал насчет порта. Если порт 8000 у вас занят, то вот этот порт, самый первый, можно поменять на любой другой свободный. А вот после двоеточия порт менять нельзя. Итак, ставили все. Заранее отредактированный файл, жмем далее, далее, везде далее, оставляем галочку запустить проект после создания, запускаем. Сейчас он будет скачивать образ контейнера, затем его будет распаковывать, надо немножко подождать, ждем. Exit код 0 означает, что все прошло успешно, все сделано правильно. Закрываем это окно, проверяем, что он работает, он не падает, сам контейнер, да, вот у меня одну минуту. Потому что бывает, если вы права забудете дать, то он вроде создался, все вроде хорошо, а через там какое-то время он просто берет, а заново и завершает свою работу или рестартует постоянно. В общем, все работает, все хорошо. По статистике он много не потребляет ресурсов, там буквально очень-очень-очень-очень мало. Теперь переходим в панель управления, портал для входа, дополнительно, и настроим обратный прокси. В обратном прокси создаете правила, придумываете название, источник, протокол HTTPS, имя хоста, то, которое вы указывали в Docker Compose файле, да, по которому вы будете заходить, порт 443, можно и нужно, скорее всего, включить HSTS, да, это чтобы автоматически на браузер переходил на HTTPS, на зашифрованное соединение. Место назначения выбираем HTTP, имя хоста localhost, порт 8000, или тот порт, который вы указали в Docker Compose файле. Дальше переходим в пользовательский заголовок. Создать веб-сокет. Создается два таких автоматических правила. На вкладке дополнительно ничего менять не нужно. Все. На этом настройка обратного прокси закончена. Теперь можно перейти в безопасность, сертификаты, и в настройках сертификатов удостовериться, что для вашего обратного прокси установлен правильный сертификат. Если все сделано, то открываем новое окно браузера. И вводим наш домен, по которому, который вы указывали в Compose файле и в который вы указывали в обратном прокси. Открывается вот такое окно. Это новая установка. Надо первым делом пройти регистрацию. Придумываете имя, придумываете почтовый реальный ваш почтовый ящик и придумываете пароль. Нажимаете регистрация. Он предлагает зарегистрировать устройство, то есть это либо ключ UBK, либо Touch ID, либо Face ID, либо Windows Hello, что-то из этого, либо YenPass, если у вас YenPass. Я нажму не сейчас, потом его зарегистрирую. И все, вот открывается такое окно. Все готово. Можете уже пробовать открывать на вашем телефоне вот это окно. Когда вы введете логин, пароль, все будет вот такое, все на русском. Здесь есть настройки. Можете посмотреть по настройкам, что-то вам может быть понравится поменять, да. Вот, вот учетную запись вашу можно поменять, email и так далее, пароль. Включить OAuthenticator, либо WebAuthenticator. Но это то же самое, да, что использовать UBK, там всякие ключи, Face ID и так далее. Вот, можно вообще сказать, что использовать только WebAuthenticator, никаких паролей. Тоже очень удобно, если вы, допустим, пользуетесь телефона, чтобы каждый раз логин, пароль не вводить. Вот. Также есть администрирование. Что я вам тут советую? Сразу проверить тест конфигурации электронной почты сделать. Сделайте тест конфигурации электронной почты. Отправьте сообщение. Нажмите отправить. Если все вы сделали там правильно в Docker Compose файле, вам на почту придет соответствующие уведомления. Также можно настроить SSO сервер. У меня будет видео про SSO сервер на Synology. Его также можно будет сюда добавить. Да. В этом видеоролике я еще это не расскажу, но возможно, когда вы уже смотрите, у меня уже есть инструкция про SSO сервер на Synology, и там, возможно, вы уже сможете почерпнуть для себя что-то. Можно ограничить регистрацию, да, либо совсем ее отключить, регистрацию, чтобы на вашем сервере, так скажем, никто более не регистрировался. И также здесь есть непосредственно пользователи, которые можно управлять пользователями, создавать их прямо отсюда. Ну, допустим, если вы отключили регистрацию, а как-то же пользователя создать надо, создаете пользователя, можете еще одного пользователя с правами администратора задать и так далее. Почта вообще в принципе нужна только для того, что если у вас единственный пользователь-администратор, который забыл пароль, чтобы можно было восстановить доступ к этому сервису, да, вот для этого нужна почта. В принципе, больше для чего-то она не нужна. Если вы не хотите использовать почту, можно просто создать двух администраторов, запомнить их логин, пароль на всякий случай и тем самым вот так оставить. Но я рекомендую все-таки использовать почту.
Все, дальше вы можете сканировать QR-коды, добавлять сюда, импортировать. На сайте этого приложения есть инструкции, как импортировать сюда с Google аутентификатор, из каких-то других аутентификаторов. К сожалению, я на Synology Syncin нельзя сюда ничего импортировать с него, потому что у Synology Syncin нет кнопочки экспорта. Но со временем вы сможете там зайти на ваши сервисы, удалить там аутентификацию вот эту OTP и добавить новую. И тогда вот тут будет наполнение, тут будет список и так далее. Ну а на этом видео подошло к концу. Пользуйтесь Synology, пользуйтесь 2F Authentication, чтобы, если потеряли ваш телефон, чтобы не зависеть никаких санкций, чтобы все было у вас под рукой всегда, и вы были полностью независимыми. Вот. Все. Давайте. Всем пока. До новых встреч. Удачи, друзья.